машине возьмите. Аптечку сейчас получим. Давайте Серу. Серу, зам, занимайте. Тут уже может быть противник, смотри. Какого труба, Диги, у тебя получается? Шайтан? Да, у меня есть труба. Шайтан тоже есть. Поставим метку, если ближе подъедет, будем сжигать его. А кусты задевает. Кто-то на моей метке ходит, задевает кусты, шуршит. Принято. Никто у нас не двигается сейчас? Нет. Нет, шатан, послушай сейчас. Слышал? Нет. Значит, не. Только вас там вижу все. Это хуйня пролетит. Да-да-да, это по технике. У них метис есть ПТРК. Кто в елочке из наших сидит? Я в елочке сижу. Я сижу в елочке. Выйди из елочки. На юг. Пусть вверх посмотрит, это свой. А, ты это значит. Капец, я тебя слышу с километра туда. А, то есть это ты меня слышишь? Да-да-да-да. Понял. Ну, вот сейчас кто шлестел? Я, наверное. Я тебя тоже слышу. А, идут тут отделение. В севере ровно. К домикам подходим. Принял. Все, встречаем. Окей, давай ближе к нам. Ты можешь посмотреть от домиков, они куда пойдут? Тут их видно. Что, остаться смотреть или что, быстрее? Не-не, уходи, уходи. Пусть пройдут, потом покусаем. Нет, куда примерно? Блин, слышу. Прям на меня едет, блядь. Скайп подъезжает. Рядом пехота по-любому еще нет. По мне. На 30 у меня. Ух. Блин, шайтан, тут на нас бежит с востока. Северо-восток, снова спускается противник, по мне стрелял еще. Понял. Это они кидают во мне, но я ушел. Выбил? Ну, попадание было. Не знаю, заведен еще. Круссан как ты? Просто лет. Противник, противник это. Калаш, калаш. ГП летит. По мне, по мне, по мне. Только мимо пока. Убил ГП. Слежка, слежка. Все слежка. Вас обходит. Кто дымы? Мои дымы, мои дымы. Фейк. Еще можешь забежать, уже. На сто, чел сидит в кустах. Все, противник работал. Рик, живой? Да. Не по тебе?
Шайтан? Нет, нет, нет. По дымам моим, возможно, фейковым. Да, кстати, что запуск был? То ли тут, то ли на метке Мурлока, но мне кажется, вот дальше, вот тут. С собой ты есть сейчас? Это враж. Ну-ка попробуй семерка пойти заглотать. 300 метров от меня. Тебя спас. Уже на 130, на 130 лес. Софа, кнопочку не нажимай, когда говоришь. Метку ставишь. Ты живешь? Мое. По двум врагам. Диги. Он мог 300 упасть. Здесь две техники у нас. Пойду я, наверное, за семеркой потихонечку. Мой. Диги живой. Надо следующую. Так. Я сейчас в упор к врагу. Если не отвечу, значит я... Семерку нашел. Меня возле дома семерка еще вовит.
Прямо передо мной БТР в упоре. Где-то у тебя здесь у камня. Не видишь меня? Чё его? Минусом. Я его уничтожил, где-то рядом еще один был. Я видел врага. Семерка, да, Кросса? Угу. Я у тебя рядом. Тут бинты. Я тут подранил одного типа, только бинты остались на его месте. Это живой должен быть один. Это я. Че-че? Ну, техника где была? Да-да, примерно где-то вот здесь у нас вышел. Если он близко, по крестику. Если чуть подальше, там, где начинаются сеточки расчерченные. По верхней линии. Там этот шоколадик, нет, там. Попало? Нет. Вторую заряжай, значит. Вообще. Беги тогда. За мной выехал. Спрячься, спрячься, я подхожу. Одна была очень близко, другая очень далеко. Он уезжает. Надо было вплотную идти, блин. Он
прям на метке круассан. Он уезжает. Пытаюсь найти пилота, которого я задавлю. Блять, не вижу нихуя. Короче, беттера тут нет, он уехал. Метку убрал. Выстрелы. Дал одиночную калаши. У меня еще тоже калаш. А, противники, да, вижу. Короче, Петер, вижу. Сорвал. Передо мной пехота. Я бегу к тебе. Что-то на востоке катается еще. Это я, скорее всего, убежишь. Едь, дави их, вот моя синяя актуальна. Их кто-то с юга стреляет, они просто легли в поле и лежат. 220 еще на горе. Они знают прям, я же сжег их только что. На 230, чел. У меня ответка. Я так вам пытаюсь пытаться давить. Быстрее, быстрее, быстрее. Прям в поле лежат жулики. Поставь метку точно, примерно. Увидишь беттер сгоревший перед ним. Да, да, да. По мне летит. Слушай, это